Ей всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Радекс, Васаби, Торетто, Секрет, Еночек, Вдуть и Пингвинус. Пацанчики, поздравайтесь! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем хай! Если опять кушайте, приятного аппетита, а у нас угар, веселье и вакханалия GTA 5. Погнали! Пацаны, ну что, берем все кулаки и идемте просто всех бить. Я так хочу именно побить качков. И он у нас тут первый. Мне кажется, против такой толпы тяжеловато будет копам кто-то там противопоставить. А ну, накажи его. Давайте покажем, что качки ничего не могут. Они могут убегать. Они опущены. Уже пошел движ. Давай я ему... Тихо. Да, я ж тоже его... Красавчики. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, потому что сегодня будет у нас очень веселый ролик и угарный, где будет просто много вакханалий и избивания людей. Ох, вы что? Вы что делаете? Вы просто затоптали. Тихо, я же свой наполовину. Так, я знаю, там еще куча людей. Так. Вижу еще одного. Ну-ка, где мои 10 гривен? На тебе, посваки. Просто убийца. Так, ну что, пацаны? Ого, самолет прилетел. Сейчас придут к нам копы, будут наказывать нас. Ну, я думаю, что копов можно с оружием очить, да? Чтобы они не умничали сильно. Уже твоих вынес. Извиняюсь. Это ты уже там слег немножечко, ну ничего. Так, продвигаемся сюда, в эту сторону. Будем идти просто всех уничтожать. Мне кажется, для этого игра создана GTA 5, чтобы просто пускать свои здесь нервы и просто всех наказывать. Так, я видел, она шевелится. Она не шевелится, все отлично. Копы. У кого сколько звездочек? У меня одна. У меня вообще ноль. Давайте собираем все по 6 звезд. Будет у нас просто жопа здесь. По 5. Так. У меня вообще ноль, но за мной кто-то стреляет. У меня ноль, у меня безучастная полиция. Тихо, ток стреляет. Менты, вы чё? Давай. Чувак красиво полетел. Ты его что, салютом сбил? Это было прикольно. Я ему вентиль. Дим, смотри, как могу. Ух, тачка крутая. Дай на ней проедусь, реально крутая тачка. Я на такой еще ни разу не ездил. Дим, сядь в машину. А тихо. Ай! Амиго! Веселье, угар, продолжаем. Так, ну что, где мое оружие мощнецкое? Мы недалеко заспавнили здесь. Так, пока есть ни одной звезды, надо себе набивать звездочки. Где копы? Вижу копов. Они, наверное, просто в шоке. Зашел движ и наказывают. Мне кажется, всех копов на нас не хватит. Куда мы поехали, мужики? Я здесь. Вот это жесть! Ты чё? Какое мощное оружие стреляет такого дебела? О, мне еще очки добавили. Пойдет. Еще копы. О, так это наши уже машины украли. Молодец. По привычке. Вертолет. Убить. А где вертик? Вижу вертик. Там вы дайте хоть кого-то убить, вы психи. Ого, у него шестистволка. У вас у всех шестистволки есть? Ну да, они так. А у меня есть? Ну-ка, это что такое? У меня нету. Блин, было патронов подкупить. У меня какое-то лазерное оружие крутое. Ух, вы тут разрушаете все просто. Бум! Ну все, давайте тут будем встать, просто всех наказывать. Кто еще к нам? Кто? Лазерами. Вы психи, вы просто психи. Блин, я такое люблю, мне нравится. Еще. Тихо. Они вообще смогут к нам подъехать, как вы думаете? Дим, смотри на полицейскую машину, которая рядом с нами. Я думаю, что нет, к нам никогда не подъедут. Ого, а что это? Она исчезла у меня. Она улетела. Так вам и надо. Нифига себе, у них бластер. У меня тоже есть один бластер, но у меня нет патронов в них. Ничего, в следующей серии мы перед тем, как записывать, затаримся патронами. Чего я тачку вызвал? Такой вакханалии нельзя ничего вызвать. Вертолет! Я бы взял себе такую классную машину и бы из пулеметов начал просто. Давайте, гасим вертолет. Красавчик. Бума, пальму. Так. Еще один. Ой-ой-ой, вы что делаете? Блин, мне нравится. Вот это жесть, ребята.
Все, что здесь вокруг происходит, все просто уничтожается и сгорает. Какие-то запчасти от вертолета падают. Тихо, 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 только не дави нас. Не буду, я профессионал. А я вижу. Какой ты профессионал? Так, вертолет, прощай. Бум, в воздухе просто разлетелся. Продолжаем, уже темнеет, это будет сейчас ночь убийств. Еще один летит вертолет. Только по мне не попадите, я тоже за таким вертолетиком играю. Ой, а мы убиваем всех, мы убиваем всех. А ты меня за что? А это тебя за Бэтмобиль, который ты взорвал. Блин, все-таки в GTA 5 классный графон. Закат очень круто выглядит. Кстати, я знаю, что у пацанов есть какого-то яхты, да? Классные. У нас, у меня есть яхта, у Стаканчика есть яхта, и еще у кого-то. У кого тоже есть яхта. Да, у меня нету яхты. Ну, хотя... А, и у Радекса. У Радекса, у меня и у Стаканчика тоже. Ребята, давайте, ставьте лайк, и будет 2000 лайков, мы сразу сделаем обзоры на классные яхты. А на той яхте можно какие-то миссии выполнять? Там нет. Есть маньяк, это типа один убийца, а остальные да, потерпевшие. Терпил. А потом спустя 2 минуты становится потерпевшим маньяк, потому что выжившим даются дробовики. О, так надо этот режим нам записать. Ой, извини, опять Радекс. Так, вертолет один улетел в небытие, еще один. Пацаны, с чего ты по мне стрельнул? Я знаю, случайно, я подумал, там коп. Пацаны там мочат друг друга. Да, нельзя определить. О, все, я убил водителя. Пацаны, а как мне сделать, чтобы мое... Ой-ой-ой, на меня сейчас упадет. Ну, типа, чтобы она со мной была. Это сначала тебе надо в агентство позвонить, а потом тебе надо... Мужик, зря ты вышел, зря. Моментальная смерть. Сейчас машина взорвется, надо отбежать. Ой-ой-ой, смотрите, челик сгорел просто заживо. Бум. Красота. Сейчас мы добежим до конца, берем тачки, едем в казино. А, блин, у меня тачка возле меня. Куда я? А у меня тачка вообще сломана, мне страшно. Пацаны, вы куда там убежали? Опа. Я в казино. О, полицейская машина. Ну что, давайте в казино поедем, да? И будем по городу вести их за собой. Ребята, погодите меня. Садитесь, садитесь, еще сзади два места. А, в казино нельзя зайти. Поеду. А мы там умрем все возле казино. Но сначала мы делаем вакханалию. Едем. Подождите, дайте. Эй, туда. Тварь, отвали. Че на меня батон крышишь? Не погибаешь? Да. Это ты меня так лупанул? Ты дурак, что ли? Легче. Ты мне сделал машину в два раза меньше, чем она должна быть. Хочешь еще полетать? Не надо, не надо. Ой, чувака сбил, извини, обстоятельства. Этот человек Боинг посадил на яхту. Да, я Боинг посадил сегодня на яхту. Нифига себе, ты что, этот профессиональный летчик? Я гигантскую, и потом... Эй, колеса. Ой, пропустил поворот. Тихо, я знаю, что ты хочешь в меня врезаться, не надо. Я не хотел врезаться, я просто ходил сюда. Ой-ой-ой, да отвалиться. Тихо, 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 вы психи. Ой, блин, извини, я подумал. Украли полицейские тачки и наваливаем. Так, нам ехать до казино 2 километра. Пойдем, пойдем. Блин, класс. Нормально, нормально все четко. Дима, я тебя могу подтолкнуть, если надо. Да нет, спасибо. Мне так машина укороченная уже. Нет, благодаря васаби. Васаби умеет линговать машину. Колеса пробил чуть-чуть. Да что ж такое? У меня тоже, у меня колесо эти менты. Эй, кто по мне стреляет там? Вертолетчик. Ой-ой-ой. Ой, извини, коп. Неудачная смена. Ой, он не успевает вставать, все разрушается просто на лету. Вот это мы психи. Ребята, кто хочет с нами записывать GTA, заходите в наш Discord. Ссылочка в описании, любой может зайти и записать с нами классные игрушки. Я вас вообще не уважаю, я вас не вижу. Хорош, ты что делаешь? Вот это жесть. Блин, у меня машина уже стала как АК, какая-то маленькая. Хорош, вы что делаете? Так, я вижу, здесь налево надо поворачивать. Тихо, тихо. Надо было, наверное, найти нам в следующий раз танки брать. Мощнецкое оружие. А у меня есть танки, могу вынуть. Ничего, в этой серии мы все успеем. Сначала хочу казино круто, но давно не был в казино. Может, какие-то бабки заработаю. Ой-ой-ой. У меня уже тормозов нету. Представляешь, что за машина доедет? Это просто руины. Ремонту не подлежит.
Там тачка дается еще вроде. Хорош, вы чего, угораете что ли? Машина так нормально. Машина на ходу еще, может ехать. А как она еще ехает? Я не знаю, она просто уничтожена в говнище. Ой-ой-ой, спасибо, я перелетел шипы. Это специальный трюк. Секретный удар в жопу. Тихо. А это за что? Бум. Весь город на уши поставил. Извини, мужик. И ты извини. Так, тут направо поворачиваем. Все, мы в принципе доехали, пацаны. Я тоже почти. Дима, смотри, на какой-то ротайке я еду. Лечу точнее. Так, сюда. Все, мы в казино. Надо сейчас, наверное, нам погибнуть, да, чтоб звездочки отстали. А ты где-то в 600. Ты можешь самоубиться. Не, я сначала буду отстреливаться до последнего. Пока не умру. Не-не-не, 6 звезд, ты что, зря их копил, я буду сейчас до последнего, пока меня и копы не убьют. Я сейчас его бомб. Максимум 5. Ну у меня 6. Одна вот это уничтожители. Так. Ой-ой-ой-ой, сейчас убьют. Дима, садись ко мне, не убьют. Нет, я сейчас буду в казино сразу заходить. Я сейчас жизни восстановлю, они же восстанавливаются и регенерируются. Ну, меня сбила какая-то глупость. Ой, машина исчезла. У меня вообще хп нет уже. Ой-ой-ой. Пожалуйста, помогите мне. Я сейчас избавлюсь от копов, Дима. Тихо-тихо. А, вы уже всех убили, вы задрали. О. А это ты так стартуешь жестко, да? Да. Ты можешь на какой-то ракета. Ой, есть контакт. Ну что, пацаны, теперь мы идем в казино. Раз меня убили, можем идти в казино. Так, я далеко? Я недалеко. Ребят, я надеюсь, вы не сломали мой транспорт. Блин, ты водить не умеешь, знаешь что? Что вы наделали? Мне сейчас придется за вами опять. Без копа, конечно, спокойно так. Дим, я выхожу тут побили, они сразу меня улетают. Ну вообще мы жестко устроили. Я люблю в GTA 5 делать такую вакханалию. Ну что, заходим? Надеюсь, сейчас вот выпадет машина у меня. Очень хочется тачка. У меня, кстати, выпадала машина. У вас когда-то выпадала машина в казино? Да, мне, я помню, как мне болида выпадала. Да? Да. А мне какой-то засратый джип. А мне тоже. Причем 3 раза она мне выпала. А мне один раз выпал джип, который стоил 2 миллиона. Так, отлично. Ребята, блин, мне так нравится в казино, здесь очень крутая атмосфера. А так, а где колесо фортуны? Здесь, да? Сейчас я к вам зайду. О, мы пытаюсь. А как ты так походку сделал? Это, короче, там действие выбираешь и зажимаешь капс. Так, да, смотрите, что мне выпадет? Я думаю, мне выпадет ничего. А давай посмотрим, что тебе выпадет. Это кайфик, дайте. Практически дайте. Машина. Ну. 10 тысяч фишек. Хотя вот их можешь обменять на бабки. Это 10 тысяч долларов. Так, давай, амиго. Давай я. Давай. Если тебе повезет. Я думаю, сегодня кому-то из нас выпадет машина. Подожди, а чё, как крутануть? Я забыл, как крутить уже. А, все отойдите от зоны игры. Да, все отойдите от... А, из-за этого я не могу крутануть, я понял. Да. Так, а какая кнопка крутить? Enter? E, Enter, S. Дайте. Enter и S. Я сильно прям крутанул. Машина. Да не, машина не выпадет, одежда. Ну блин, ну машина, ну рядом была, представляете, рядом была машина. 50 штук. Неплохо, давай. Неплохо. Давай ты. Стакан дашь крутануть, плиз? А у меня нету все равно, я уже крутил сегодня. Давай. А я не крутил. Надеемся, что тебе что-то классное выпадет. Давай, чел, крути. А как крутить еще раз? Вниз. На S. E, Enter, S. Давай. Потом я, ребят. Давай. О, машина! Да ладно, ну это где справедливость? Ну почему тебе машина выпала? Это плохая машина. А как узнать, какая тебе машина выпала? А вот она стоит на подиуме, вот она на подиуме. А, дерьмо тебе выпало, ну и не обидно. Слишком много для занятия, чего? Давай, чел, крути быстрее. Давай.
Давай, давай. Погнал. Ну? О, нет, слабо. А, он как-то слабо крутанул. Не, сейчас у него машина выпадет тоже, я буду угорать, если ему машина выпадет. Не, ему не машина. Ну смотри, ну смотри, ну еще бы чуть-чуть и тачка выпала. А сколько левела выпадает ему? 15 тысяч долларов. Так, давай я отхожу. 30 долларов это левел. Ну ты будешь еще крутить? А, да, я. Давай, давай. Давай. А следующий еночек. Я вас на улице в машине жду. Давай. А, окей. О, вот ты крутанул. Нет, не в твоей. Это я единственный здесь качок, что ли? Блин. А, тебе футболка фуфлыжная выпала. А это не футболка, это одежда в казино. Какая разница? Рубашка. Там не только футболка, там... А разве... Там может выпасть прикольная куртка. Подожди, а это кто? Давай, нет. Давай, давай, а давай. Вот что ли крутит? Это Оскар, это этот, Радек. Сам а что, а что там может выпасть ему? О. Это мистер, это... 7500 фишек в них. Это одежда, деньги и опыт. Ага, машина, и... Так, машина не может, да, выпасть? Машина может выпасть, только там другая машина. Так, а кто это крутит сейчас? Я. Иночек. У тебя прикольный прикид. Волосатая спина такая, мужик. У меня еще дерево. Давай, 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 давай. На десятка, ну блин. Ну такое, да? Я там сам буду. Что, все крутанули или еще кто-то? Да. Где? А что, можно найти? Их вывести типа можно или что? Да, подходишь вот этой в ресепшене и выводишь деньги. Представьте, тут можно было драться. А подожди, ну зато добавили. Не устроили. Слушай, что теперь тут можно, казино можно без последнего обновления. Ребята, сейчас будем тестировать машину Бэтмена. Где вы еще такое увидите? Дай сесть, инвалид. Так, а что я так? А на Е ускоритель. А что я не. А, вот за руль сел. На Е, да? На Е ускоритель, подожди, я к тебе сяду. А будь стаканчик, подъедь сзади. А подъедь к горе, подъедь к горе и нажми на Е. Будешь как ракета лететь. Да? Да. Сейчас. А вот это хватит горочки? Нет, вот этой подождите. Вот? Нет. Нет, надо. Надо было, чтобы стакан, короче, улетел. Это, надо было стакан на ногу. Вот это скорость! Эй-эй-эй, тихо-тихо-тихо-тихо, мужик-то, тихо! Что за бешено? Сколько она стоит, эта машина? Сейчас посмотрю, не помню, около 3 12. Миллиона. А. И 12. А чё она дешевая? А в каком она продается? Варсток, на варсток. А чё ещё нельзя в воздухе Е нажимать? Было бы классно в воздухе Е нажать. Она должна зарядиться. Понял. Вот видишь, у неё вот где колёса большие, там есть такой ускоритель. Нажми на Е. О, верх ногами можно даже ускоряться. Тихо-тихо, сейчас мы перевернемся. 3 миллиона твой танк стоит. Если вам понравилась эта серия и то, что мы делаем в GTA 5, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Discord. Ну а всем отличного настроения и посмотри мои ролики еще. А мы еще с пацанами немножко поиграем. Да, пацаны? Стаканчик, да. Подъедь сзади, стаканчик.